Василий Михайлович, когда вы в этом номере смотрели, как будто ничего не понимаете, да. Возникает вопрос, а вы вообще понимаете, что происходит? Да, конечно. Конечно, вы сейчас втроем на сцене, двое из вас сидят, а девушка стоит. И это странно, встань, что парни сидят, а девушка... Встань, да, тебе нельзя сидеть. Да, вот так. Вот это... Все, Василий, А я хотела сесть. Разобрались, да. Это было гениально, я поздравляю наставника. Вы забыли, как его зовут, да? Да. Сергей. Я был ошеломлен, это было великолепно, грандиозно и супердуэт. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Константин. Казалось бы, такая избитая песня, знаете, кто только ее не пел уже. Но настолько правильно все это спето. Вот эту музыку нужно петь именно так, отвязно. Раскрепощенно. Так если бы вы знали, сколько они выпили до этого. Вот, ну, ваша школа. Поэтому блестяще. Анечка, прошу. Джек, ты как рыба в воде. Абсолютно твоя энергия, энергетика. Когда вступила София, тоже. Но немножечко как будто вот чего-то не хватало местами. То есть или срывался голос, мне показалось. Но в целом вы не только классно спели, но вы еще существовали в этой песне на сцене очень гармонично. Спасибо. Поэтому браво. Спасибо. Спасибо. Слово наставнику, Сергей Шнуров. Исполнили гениально. К сожалению, мне опять же придется сделать какой-то выбор. Из похвал это все, да, было? Да. Что хвалить, если люди прекрасны на своем месте, если они гениально поют сами по себе? Что мне? Им мои похвалы. И да? Сейчас наставник команды назовет имя того, кто будет двигаться в проекте дальше. Другое дело, когда хвалит Константин. Вот это веское слово. Я скажу, кого я выбрал, а потом объясню, почему. Я выбрал Софию.
Спасибо огромное. Смотрите, мой выбор не отменяет дальнейших ваших взаимоотношений. Почему Джека я не выбрал? Потому что Джек, собственно говоря, уже состоявшийся артист, он может вот хоть сегодня собирать стадион. Ему я не нужен. А с тобой мы еще что-нибудь придумаем. Обязательно. Yeah, Джек, спасибо. Спасибо. Я очень счастлив за тебя. Спасибо. Давайте послушаем, что нам скажет наш иностранный товарищ. Прошу. С первого момента, когда я пришел сюда, я начал работать с другими исполнителями, с которыми мы шли вместе по проекту. Мне было здесь очень весело. Я познакомился с прекрасными людьми. Если бы у меня была возможность, я бы делал все то же самое снова и снова. Мне очень понравилось работать с другими вокалистами. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Джек, молодец. Молодец, дружище. Давай. Слил парня, конечно, просто. Ну, подстава чистая, конечно. Парень шикарный. Подстава чистая, Сергей Владимирович. Я считаю, что это неправильный выбор. А он по-русски не поет, да? Мне кажется, правильно. Правильно? А девчонке есть куда развиваться, а у него уже, а только вот говоря, так и поет, все, да? Понятно. Все, он так и поет, да? Он так... Ясно, непредсказуемость. Не плакайте. Я очень старалась, я переживала, честно. Я очень старалась, и я выложилась. Может быть, не на 100%. Еще что-то есть? Есть что показать.